выступает Святослав Сельков. Сейчас опустило солнце лучик золотой. Вырос одуванчик первый, молодой. У него чудесный золотистый цвет. Он большого солнца, маленький портрет. Ура! Молодец! Молодцы! Давай ты вставай. Иди. Подожди, а дальше? Это давай, все. Вставай. А другой, одуванчик-то улетел там, что-то это, ты же рассказывал, другое стихотворение. Это про это другое. А? Давай. Выступает Мирослава Александровна Селькова. Я вспоминаю. А я уже запомнил. Давай. По черной башне, сам без черной, то перевалочку, то скач, капуста вся совсем зерна. Сидеть. Тихо, не мешай. Давай, давай. Сидеть зерна, поля разбуливы играть, а солнце с высоты за птицы на первого грача косится, а я от радости кричу. Привет весеннему грачу. Тут мой грачок испугался, смахнул крылом и улетел. А я пугать собирался, я поздороваться хотел. Ура! Молодец, Мирослава! Давай, давай. Села пчелка на цветок, опустила хоботок. Подлетает к ней комар. Что ты ищешь тут? Нектар. А тебе не надоело? Не наскучило искать? Нет, тому, кто любит дело, просто некогда скучать. Ой, молодец. Ну-ка встань на кровати, поклонитесь. Давайте. Давайте, вы как в театре. Давайте. Как вы